Итак, предмет нашего сегодняшнего разговора – творчество поэта Владимира Башунова. Родился он в 1946 году, а умер 59 лет, это был 2005 год. То есть творчество его целиком захватывает вторую половину 20 века со всеми его этого века перипетиями, сложностями, особенностями, вызовами, как сейчас говорят, которым Владимир Башунов всегда отвечал и соответствовал. Я увидела его первый раз тогда, когда мы вернулись из колхоза студентами первого курса. Тогда было обыкновение помогать колхозу делать все, убирать зерно, картошку, свеклу и так далее. И в нашей группе оказался новый товарищ. Тем временем, пока мы копали картошку, он переводился со спортфака на филфак и представились друг другу мы с ним, убирая большую лекционную аудиторию. Когда он услышал, как меня зовут, очень огорчился, потому что с фамилией Дубровская в его сознании ассоциировалось только имя Маша, чтобы это был абсолютный пушкинский след. И Пушкин – это был тот поэт, который был всегда в зоне его особого внимания. Он его много знал наизусть, читал. В молодости чаще всего читал. «Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно». А в зрелые годы пушкинское переложение молитвы Ефрема Сирина. «Податель дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дашь душе моей». И вот он это читал, как будто вот так вот почему-то, держа руку, как будто эти строчки были перед ним, и вот он их видел, не только видел, слышал, но и ощущал. И пушкинский след – поэзии Владимира Башунова будет содержанием первого фрагмента. Как мы помним, Винни-Пух говорил, что поэзия, кричалки сами находят нас. Мы только должны найти то место, где они нас найдут. Башунов место такое нашел. Это было поле, лес, ягодная поляна, влажная просеки, словом, все то, где ничего б не помешало присесть к пеньку и написать: уж небо осенью дышало, когда бы знать, как продолжать. В этом фрагменте мы имеем дело с очень интересным феноменом, который касается не только Башунова. Каков велик соблазн и желание у поэта своей рукой написать то, что написали до него великие. Так Бунин переписывал Толстого, страница за страницей. Так филолог Игорь Смирнов переписывал Лотмана Юрия Михайловича, страница за страницей, словно бы стараясь приучить свое естество, физику, руку к тем великим словам, до которых едва можно дотянуться. Башунов берет строчку, которую, кажется, знают все уж небо, осенью дышала, самую простую, самой понятной простой метафорой, впрочем, характерную для того национального образа мира, который формировался в русской литературе XIX века, когда все дышало. Пустыня дышала зноем, или «Я знаю край, где все покоем дышит», или «Дыхание весны», и это было очень важно. Ну, надо сказать, что в 20 веке произошли необратимые, странные изменения, и Мандельштам уже напишет об одышливом просторе. Однако вернемся
к этому процессу писания. Важно было поводить рукой. Это пушкинский инструмент, с помощью, и даже не с помощью, а через который возникает поэтическая строчка. Вспомним, и тянется рука к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. То есть изнутра вовне. Ну, как переписывая пушкинскую строчку, Башунов как бы пытается дать ей обратный ход. Сначала перо, потом рука, потом нутро, но тут лишь бы не попалило. Поэтому надо вовремя остановиться, когда бы знать, как продолжать. Апропо, кстати, замечу, что современный поэт, наверное, собирает свои стихи, как курочка по зернышку, вот так вот склевывая, как бы, да, вот поклевывая клавиши. Это совсем другой способ, да, письма, описания. Далее скажу о том, как важна остановка. Когда бы знать, как продолжать? Надо сказать, что это один из принципов строение поэтического мира Башунова, который не представляет собой линию жизни, но представляет собой вот такую и непрерывистую линию. Это цепь. То есть цепь, начало которой вне нашего ведения. И состоит она из звеньев. Разного может быть качества, из звеньев событий, которые тесным образом связаны между собой, но каждая, между тем, автономна и, да, есть и представляет собой или несет в себе возможность открываться в вечность. Ну, прямое стихотворение, которое имеет отношение к этому, так и называется у Башунова «Серебряное звено». В напряженной гремящей цепи моих дней есть серебряное звено. Мальчик в белой рубашке пасет коней. Далеко его видно, когда темно. Эта остановка, о которой я говорю, это замирание. Вот не остановись мгновенье, ты прекрасна, а остановись мгновенье, ты судьба, скорее так, да, в которой поэту принадлежит сделать свой выбор. И дальше я покажу еще одно стихотворение, которое по, так сказать, вот этому основному содержательному поэтическому зерну, вот, знакомо, разумеется, всем слушателям, читателям, не по Башунову, а может быть совсем из другого источника, ну, что-нибудь вроде «постою на краю». Но только у Башунова будет другая, да, история, связанная опять-таки с местом, с природой, с лесом, с растениями, растительным миром, который обусловит как-то контекст и обстоятельства, где поэт медлит на этой грани между здесь и нигде, жизнью и смертью. Это стихотворение «Волчьи ягоды». «Волчьи ягоды», которое Башунов называет «демоны леса», да, связывает с травами полночной Гекаты, властительницы и хозяйки загробного мира. Однако вот эти строки. «Сорвать, прокусить, и что будет, то будет, хотя бы услышать, горчит ли, сластит, любимая вздрогнет, да скоро забудет, дурак посмеется, а умный простит. Так что же я медлю над кистью зардевшей у наклоненного низко куста в моей
но чужою рукою зальдевшей, вмороженной в воздух у самого рта. Как видим, даже переживание вот этого события на грани у Башунова связано с рукой, то есть прямо опосредованно или непосредственно, тут можно по-разному, наверное, посмотреть, но с тем инструментом, с помощью которого так или иначе возникают стихи и тянется перо, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Самый, пожалуй, выразительный момент, где поэт останавливается и переживает эту остановку, это замечательное его стихотворение 22 июня 1975 года. «И на миг замер мир, застыли капли на стебле, светает, вот уж ветеркам не терпится лететь куда-то, вот время выйти пастухам, вот постучат и скажут вам повестка из военкомата». И не вдруг, а вот. То есть это судьба, которую изменить и пренебречь которую никак нельзя. Я завершу эту историю, имевшей отношение тоже к Пушкину. Однажды в кругу друзей, заканчивая институт, он составил список тех предметов, которые он купит на первую зарплату. Колготки Ане, шампанское друзьям и ружье, с которым он велел себя похоронить, чтобы встретить там Писарева и отомстить ему за Пушкина. Ружья не случилось, но случилось вечность, в которой у него будет время объяснить Писареву все как положено.